зовут Сергей, мы находимся в оружейном салоне «Кольчуга» по адресу Волоколамское шоссе, дом 86. Ну а вы находитесь на нашем оружейном канале в Ютубе. Сегодня мы посмотрим на такие замечательные два изделия, как две пневматические винтовки от компании Stodger Airgun, а именно модель Stodger X20 Wood и модель Stodger X20 Synthetic. Соответственно, уже в названиях зашифровано, чем они отличаются. Это X20 Wood — это в дереве, X20 Synthetic — это, соответственно, в пластике. По сути, по всей механической части они не отличаются ничем, кроме как материалом изготовления ложа. Но их технические характеристики — это калибр — это 4,5 мм, классическая пулька для пневматических винтовок и дульная энергия до 7,5 джоулей. Соответственно, все остальное — это форм-фактор, такие как длина, вес, длина ствола и, соответственно, что еще? Ну, наверное, все, да, от младшей модели X10, вот, наверное, большинство, это все-таки, наверное, масса и размером они отличаются. Что мы здесь видим? Так же, как у всех стоджеров, это довольно зрячие прицельные приспособления. Здесь у нас дульник для лучшего ухвата, чтобы более, ну, раз, и взвести ружье. Соответственно, взводите ружье, предохранитель выдвигается автоматически. При подаче предохранителя вперед можно произвести выстрел. Однозарядная винтовка. Ну, соответственно, при каждом выстреле придется заводить и заряжать. Соответственно, данная винтовка, ну, для спортивной, какой-то развлекательной стрельбы, где-то при каком-то препровождении на свежем воздухе на даче, на досуг, в лесу и так далее. Но не забываем за безопасностью, всегда смотрим, что у нас перед мишенью и за ней. И также всегда используем средства индивидуальной защиты, такие как очки. Ну, наушники, я не думаю, что они нужны при стрельбе с пневматических винтовок, но очки, они необходимы. Далее также у нас здесь есть ласточкин хвост. На данный ласточкин хвост можно установить прицел оптический для повышения точности стрельбы и кучности, да, на каких-то более высоких результатов. В частности, у меня прицел от одноименной компании Stodger, кратность 4.16. Соответственно, с регулировкой параллакса, и это барабанки настроить при стрелке. Вот так вот его предустановить можно. Можно самостоятельно, можно воспользоваться услугами нашей мастерской и так далее. Да? И прикрутив, пользоваться, как говорится, винтовкой, расширит свои горизонты в прямом смысле этого слова. Да? Если с открытых прицельных приспособлений стрелять на дальней дистанции может не каждый, то, наверное, с прицелом это намного облегчает задачу. Также перед первым использованием винтовок, да, рекомендуется их как-то расконсервировать, обезжирить, снять какие-то излишки консервационной смазки и так далее. Ну, с этим вы можете обратиться к нам в мастерскую, мы вам с этим поможем. А также к данной винтовке я вам могу порекомендовать также пульки Stodger. Они различные граммовки, от 0,36 грамма до сколько у нас тут? 0,56 грамма, да, и так далее. 0,66 грамма, ну, 0,68. Абсолютно масса пули по-разному, соответственно, будет лететь по-разному на разные дистанции. Данные винтовки у нас поставляются в картонной коробке, как вы уже успели заметить. В комплекте с винтовками у нас идет дополнительный поршень и пружина. Но каждый раз переносить винтовку в коробке это не очень удобно, поэтому я вам всегда рекомендую приобрести полноразмерный чехол. Это намного упростит хранение и переноску. Ну а всем в дальнейшем удачной охоты. С вами был Сергей, вы были на канале «Кольчуга». До новых встреч и пока.